черный список Астана ЛРТ попали 87 водителей. Теперь им запрещено работать в общественном транспорте столицы. Об этом сообщается на сайте столичного акимата. Как пояснил директор Центра квалификации специалистов транспорта Астана ЛРТ Женис Жалбыр, черный список формируется на основе ряда нарушений. Если на водителя неоднократно поступают жалобы со стороны пассажиров, даже если он прошел курсы переобучения, будут приняты меры по увольнению такого работника, сказал директор Центра квалификации специалистов транспорта. При этом в Астана ЛРТ отмечают, что половина жалоб на водителей, которые расследуются службы контроля качества, являются необоснованными. Отсечь фирмы однодневные.